Основа экономики Ростовской области – это, конечно же, промышленное производство. У нас в Ростовской области на сегодняшний момент действует 21 региональный отраслевой ресурсный центр подготовки рабочих и специалистов высокой квалификации, 5 учебных производственных участков на базе конкретных действующих предприятий успешных и 3 многофункциональных центра прикладных квалификаций. Именно ресурсные, на наш взгляд, многофункциональные центры способны быстро и качественно подготовить необходимые для предприятия кадры. Высокий спрос позволяет ежегодно обеспечивать трудоустройство более 100 тысяч человек на территории области. Несмотря на геополитическую нестабильность, действия санкций, Ростовская область в 2015 году по большинству показателей достигла темпы, превышающие среднероссийские. А у нас в концепции стратегии определено 7 полюсов роста, инновационно-технологические, а также 3 индустриальных и 3 агроиндустриальных.